Всех приветствую. Сегодня будет не особо радостная тема. Тема будет о коллеге, которая на Ютубе, ну, когда я начинала, вот тоже она примерно в это время начинала вести свои блог, свои гадания. Звали этого человека Алла Боброва. Я с ней вот лично никогда не общалась. Иногда я смотрела ее видео, ну, мне нравилось, что у нее, и вот когда еще не было ни у кого, и заставки были к видео, и вот живо человек интересно рассказывал, вот, не делал какими-то заурядными, похожими друг на друга гороскопы. И, ну, это вот когда я о ней узнала, просто посмотрела, и потом как бы, ну, не общалась, не было возможностей, как-то и времени. Вот. И вот буквально в августе этого года, перед поездкой своей, я почему-то опять зашла на ее канал. И это было 7 числа, 7 августа. Я зашла, я опять посмотрела, думаю, ну надо же, те же карты. Стенка такая домашняя, ну у многих такие стенки в квартирах, собственно говоря. Вот дома есть или были когда-то. То есть человек открыто рассказывал, старался подробно рассказать гороскопы, все. И подумала, вот надо все-таки с ней связаться, вот пообщаться. Вот хотелось, вот честно скажу, хотелось пообщаться. И вот почему-то, что я все время это откладывала. И вот узнала буквально несколько недель назад, что человека уже в живых нет. 15 августа человек ушел из жизни. И вот в память об этом человеке я заказала вот эту вот книгу. Вот. Она продается на Лабиринте, магазин Лабиринт. И, конечно, я очень рада, что Алла успела ее написать. Все-таки мастер есть мастер. Книга написана простым языком. Абсолютно нет каких-то заумностей, каких-то эзотерических бредней. То есть видно, что человек не просто старался написать много-много текста и чтобы растянуть, да, вот как бывает такое, а именно старался вот вложить свои практические знания. Поэтому, ну, все, что мы можем сейчас, это купить такую книгу в память об этом замечательном человеке, замечательном специалисте своего дела. И еще вот я поняла теперь и вам советую. Если вот вы хотите с кем-то выйти на связь, пообщаться, вот и думаете, да потом я успею, потом вот свяжусь, не медлите, не тяните, потому что неизвестно, что будет с этим человеком, неизвестно, что будет с вами. Вот такое видео короткое еще и говорит о том, что все-таки тарологи, психологи – это та сфера людей, маги, ведьмы, которые уходят, ну, раньше в жизни, чем другие, потому что очень изнашивает эта работа, поэтому, дорогие наши люди, кто смотрит, старайтесь нас беречь, старайтесь нас как-то вот понемножку баловать. Это не обязательно могут быть какие-то подарки, это может быть просто вот какое-то доброе слово, это может быть просто вот какое-то ободрение, потому что реально очень-очень тяжело все вот пропускать через себя, все равно пропускаешь. Вот. Ну и Царство Небесное, вот всем советую покупать ее книгу. И, конечно же, очень жаль, что она ушла из жизни так рано. Вот такое видео. И я просто посчитала нужным проинформировать и вот на своем канале и выразить соболезнования. Потому что некоторые люди пишут у нее, продолжают на канале, и они не знают, что вот так, такая трагедия сложилась. Вот. И еще у меня было в планах другое видео тоже записать о тех тарологах, эзотериках, которых уже нет живых с нами. И книги, которые мне очень тоже нравились и близки. Извините за голос, но просто реально очень-очень грустно и неприятно это видео записывать. Но я просто не могла об этой книге не сказать. Может быть, когда эмоции прикрутятся немножечко, я смогу подробнее про нее рассказать, что понравилось, что не понравилось, какие-то мелкие нюансы, но в целом она мне очень действительно вот легла, вот моя книга, да, человека, в которого мало заумности, много практики. Вот, на этом все. Берегите себя, берегите близких. И помните, если вы хотите с человеком связаться, хотите пообщаться,
всегда попробуйте, чтобы потом не пожалеть, что стало уже слишком поздно. На этом все. И берегите себя. Аль, Царство Небесное.